Один мой приятель давно-давно, в 1960 году, аж сказал, страна большая и будет гнить долго. Он даже не представлял, насколько точен этот диагноз, что это будет очень долго. Когда во Франции хотели повысить, и в конечном итоге повысили там пенсионный возраст, чтобы он был там не в 65 лет, а в 67, что на 2 года, то вся страна вышла на улицы, на баррикады и так далее, и так далее. Нам это не грозит, потому что индифферентность и безучастие вообще, так сказать, народа ко всяким социальным, гражданским справедливостям, вообще, так сказать, несправедливостям, все, у меня ощущение, что это всем на все наплевать глубоко. Поэтому я не знаю, я не верю. Я не верю вообще в то, что повернется куда-то в хорошую сторону. Я ненавижу эту систему. Понимаете, систему запретов. Это мы же должны жить в свободной стране. В какой стране мы живем? Что советская власть умерла? Что, да не умерла она ни хрена, она процветает вообще во главе с этим правительством и так далее. Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться. Только мне в большом говне довелось родиться. Не помог России Бог, царь или республика. Наш народ ворует, пьет, гадит из-за рублика. Обмануть, предать, надуть, обокрасть — вот славно-то. Страшен путь, во мрак и жуть, родина державная. Сколько лет все нет и нет жизни человеческой, мчат года, всегда беда над тобой, Отечество.